Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автоателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Сегодня интересный автомобиль – это Toyota Fortuner, трехрядный внедорожный, который, в общем, довольно популярен среди людей, которые ездят на охоту, на рыбалку и в целом ведут активный образ жизни. Да и многие владельцы автомобилей часто передвигаются по бездорожью, перевозят всякие тяжелые грузы. Поэтому, конечно, тканевый салон в этом автомобиле – это не совсем подходящий выбор. И, да, вообще это не выбор, это то, что предлагает автопроизводитель. Ну а для того, чтобы автопроизводителя несколько скорректировать в том, что он предлагает своим владельцам, есть автоателье «Купи салон», и мы принялись за устранение явного недостатка, а заодно еще и улучшили декоративную составляющую. Ну то есть, с одной стороны, мы сделали салон более практичным, именно для этих целей мы перешивали этот автомобиль, используя эко-кожу Nappa с ромбиками, с перфорацией и декоративной вставки из эко-кожи с текстурой под карбон. Это тоже такое необычное решение, необычный выбор. Кстати говоря, если кто-то знает, в каких немецких автомобилях встречался подобный дизайн, я надеюсь, вы нам сообщите в комментариях к этому видеоролику. Ну, а я должен сказать, что Fortuner машина особенная. Она не похожа на все остальные Toyota, в том числе по разбору-сбору. То есть кажется, как будто эту машину вообще делали не совсем в Toyota, или, по крайней мере, не те люди, которые делали машины, поставляющиеся на российский рынок. Это касается, например, сидений второго и третьего ряда, и нам, да, пришлось даже немного помучиться. При том, что, например, водительское и пассажирское кресло по форме сидушки и спинки неотличимы от автомобиля Toyota RAV4, теперь же предыдущего поколения, поэтому, если у вас такой автомобиль был, можете себе представить, что это довольно анатомичное, удобное кресло, что для Toyota не всегда характерно. Вот чего мы здесь не сделали, так это не установили такие важные, особенно к лету, функции, как вентиляцию. Подколенную опору можно было бы поставить, массаж я бы поставил с поясничной опорой, тем более тут механические регулировки. Конечно, это кресло трудно настроить на 100% удобным и сделать так, чтобы, ну, практически любой водитель или пассажиры, да, чувствовали себя удобно или могли найти такой набор регулировок, при которых выставить кресло можно было бы удобным образом и ехать длительное время без остановки на этом автомобиле, в общем, от заправки до заправки, не вылезая, да, на дальнее расстояние. Ну, ничего страшного, вот есть мы, можем и шумоизоляцию сделать, и доводчики поставить, и охранный комплекс, и мультимедиа, ну и, конечно же, решить вот такие вопросы, связанные с оснащением автомобиля, и таким образом улучшить жизнь владельцев автомобилей, их родственников, близких, друзей, знакомых, да и что уж там говорить, облегчить вопрос эксплуатации автомобиля. Представляете, что такое перевести какого-нибудь, пакет с землей или рассаду вместе с тещей или тещу с рассадой, соответственно, на дачу в автомобиле, где у вас тканевый салон, да? Достаточно 1 грамма земли, попавшего на тканевое кресло, чтобы это испортило полдня владельцу, потому что отмыть, очистить, сделать химчистку, это, конечно, и недешево сейчас стоит, да и, в общем, трудоемко, трудозатратно. А с эко-кожи у вас это займет, может, 10 секунд, может, 30 секунд для того, чтобы взять влажную губочку обычным раствором мыльной воды, все стереть, смыть, чистить, и у вас будет состояние практически нового салона. Ну, а с учетом долговечности этого материала и очень высоких характеристик, связанных с износоустойчивостью, конечно, вы получите салон очень качественный, очень высокого уровня и обладающий важной составляющей, остаточной стоимостью. То есть на вторичном рынке такая машина явно будет более привлекательной и даже дороже продастся. Следовательно, салон себя окупит и за время эксплуатации принесет удовольствие, радость, ну и при продаже, несомненно, тоже. Если вам понравилось это видео, не забывайте лайкнуть, подписывайтесь на наш канал, кликайте на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий. Ну и не забывайте про то, что у нас есть интересные аккаунты в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, DriveWay, конечно, в ТикТоке, где мы регулярно выкладываем посты, истории, рассказываем, делимся впечатлениями и ведем активную переписку. Ну а в описании к ролику вы найдете возможные способы связи с нами для уточнения стоимости, записи к нам и общения более прямого для того, чтобы, может быть, в какой-то момент тоже стать нашим клиентом. Так что скорее связывайтесь с нами, это безопасно, это интересно и это сделает вашу автомобильную жизнь лучше. Желаю вам удачи, будьте здоровы и счастливы. Пока!